Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом, которым я пользуюсь уже более 20 лет. Это вафли. Для этого мне необходимо 250 грамм масла сливочного, 5 яиц, 2 стакана сахара, у меня 1, полстакана молока и ванилин, 2 пачечки. И муки примерно 400 грамм. Вафли я испекла. Вот они такие. Хорошо ломаются. Они такие хрупкие. Приятного аппетита. Всем добра. До новых встреч.